Пересос на канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть. И сейчас... Так, мне надо... Ой. Не то нажал. Так. Жуки попрут. Попрете? Падлы. Попрут еще, как попрут. Давайте подчистим это место. Так, соберем. Это пока не надо. Где еще? Открыть. Падлы. Готовимся к жукам. Вон они. Сучары. Тихо. Тихо. Блин. Вот так. Все к нему. Давай, нападай на своих. Да твою ж мать-то. Откуда вас так много вылезло-то? Вот вас же еще, падла, не скроешься. Так, патрон от автомата почему-то один. Максимум боеприпасов. Ладно. Ага, так. Все мы взяли. Аптечки. Аптечка, все есть. Ну, пойдемте. Уничтожать. Тихо. Опа, блин. Даже не знаю, стоит ли мне за аптечкой возвращаться. Ну-ка. Давайте-ка попробуем возвратиться. Не знаю, будут опять жуки или не будут на обратном пути. Давай. Беги. Блин. На. Перезарядимся. Бежим. Откуда ты вылез, спадла? Еще пока нету. Так, это без меня. Ребятушки, поднимаемся. Ой, вот еще живое. Так, осуществляется сохранение данных. Вверх. Кто меня там встречает? Господи, вот это лапище. А я почему-то думал, что-то в халве. Эта хрень должна быть. Или там тоже она есть. Так. Взяли усовершенствование чего-то. Все вроде разбито, да? Проходим. Вон они были. Видели? Так,
Давайте прочтем. Она тебя чует. Это вот эта хрень, кстати, вот этот, про которую речь идет. Вот. Она меня чует. Давай, поднимемся. На. Бумк. Есть, взяли сак. Осуществляется сохранение данных, хорошо. Так, это вот, по-моему, ее детишки-то тут бегают. Вау! Вы это видали? Да. И еще разок давай. Опаньки. Чуть хана не настала. Опа. Опаньки, да опаньки. Жопаньки, да попаньки. Завали такая хрень меня сразу. Блин. Я даже не знаю, что делать вот сейчас вот. Как вот? Быть. Это вот она же. Она. Больно-то как. Вырубил. Жук навозный меня вырубил. Осуществляется сохранение. Сюда. Люди Демичева атаковали башню. Ты-то как сюда попал? Их, а я перебрался сюда. Мы были на волоске от провала. Поднимайтесь. Нужно многое обсудить. Так как добрался-то? Через монстров всех этих. Почему меня с собой не взял сразу? Глаз Саурона. Блин. Я знаю, что здесь будет. И мне это не нравится. Мне нужна винтовка снайперская. Потому что сейчас придется по людям стрелять. Так, технологию взяли. Ой-ой-ой. Не видно ни хрена. Ну ладно. Куда сюда? Вот еще есть. Чуть не пропустил. Тихо. Вот емкость бы была бы побольше. Чтоб я мог многое что прокачать. А то получается у меня только выбор остается. Не то, что все прокачать, а именно выбор. Остается у меня. Хочешь это качать, хочешь это. Что хочешь в пределах разумного. Так. Как мне тебя достать? Вон там. Ага. Это я уточнил. Мало ли. Давай. Возьмем тебя. Или отсюда. Ага. Вон они. А. Вон лесенка. Понятно. Я думал, прикалываются надо мной так. Так, что у нас здесь есть? Нет, ничего. На стенах надписи не видно. Прыжок. Это как Вормс Армагеддон. Прыжок. Ой-ой-ой. Мы это возьмем, тебе это без надобности. Ну да. Нету ничего пока. Давайте послушаем. Это дневник Петра Никольского. На каторге 12 разверзлись адовые врата. Мне еще нескольким удалось выжить. Мы перемещаемся под землей, чтобы скрыться от тварей. К несчастью, тоннель завалило. Дальше нам не пройти. Попробуем где-нибудь укрыться на ночлег. Надеюсь, мы сможем переждать это бедствие. Вот так. Угу. Понятненько. Давай.
Да, только вот оно не бесконечно. Опа. Это такой предохранитель. Вдруг за мной хвост. Так, все, взял. Кто у нас здесь? Здесь что-то. Угу. Не пролезть, не пройти. Что ты там, кстати, делаешь? Ученый. Херм ученый. Еще забрался тут. Нет, чтоб мне лестницу скинуть тогда уж. А я вот сюда пойду. О, биоформула. Так, вы нашли выносливость, увеличение максимальной продолжительности бега. Ну, вроде как не бегаю. Это дневник Павла Федорова. Профессор Корни попросил отправить к нему одного из наших младших инженеров для помощи в военной лаборатории. Я отдал туда Гришу Никольского. Он молодой и энергичный. Коркин сказал, что Никольский ему будет нужен на дня 2-3, не больше. Это хорошо, потому что срок сдачи моста уже подходит. Мост. Военный валяется. Опа. Полный запас здоровья. Так, записка. Записка. Теперь сюда, сюда, сюда. И старикан, я пришел. Наливай, мамаша, щей, я привел товарищей. Не понял, а что, где встреча-то? Где теплый радужный прием? Так, опять формула. Медработник, повышение эффективности аптечек. Идите сюда, есть разговор. А вот он ты, а я время тебя уж потерял. Поджимает, капитан. Удавка Демичева становится все туже. Подожди. Что это я взял? Вы нашли ученый шанс получить двух технологий вместо одной. Идите вот по этой ветке, она приведет вас в порт. Там вы найдете бомбу Е-99. Так. С ее помощью мы исправим ход истории. Капитан, проход перекрыт. Но если вы спуститесь по этой лестнице, то сможете починить кран. Тогда я переброшу вас на ту сторону. Черт, Демичев знает, что вы здесь. Быстрее почините кран, чтобы я переброшу вас. Так, на а я ту не сторону. Понял, что я все сделал. Все сделал. Капитан, спуститесь по этой лестнице и почините кран. Да я понял тебя. Так. Ты меня толкаешь на преступление должностное. О, на ней они. Говорю же, винтовку надо было брать. Надеюсь. Ой, ой, ой. Тихо-тихо. Почините кран, другого пути нет. Так. Да. Еще один. Если почините кран, у вас на ту сторону. Это я понял. Не дайте ему уйти. Идем следом. А ты не думаешь, что мне? Стреляй! Не очень сладко здесь приходится-то. Меня зажали. Вот он. Скорее всего. Он. Хорошая винтовочка. Капитан, вам нужно починить. Закрой рот. Стреляй, стреляй! Мы в ловушке. Найдите и пристрелите. Продвигаемся вперед. Мы в ловушке. Найдите и пристрелите его. Убейте его!
Убейте. Почему такие кровожадные? Почему все надо кого-то убивать? И почему-то обязательно должен быть я. О! Найдите его и убейте! Да здесь я, никуда я не дес. Никуда я не делся. Вот. Это вот этот без головы, который по-любому вот. Больше вариантов я не вижу. Так. Здесь мы что находим? Ни хрена. Ладно. Максимум. Возьмем. Где? Я попал. Ой-ой-ой. Все. Как начал, так и закончил. Вот я уверен, что мне еще вон туда. А, там поверху надо, да, пролазить? Автомат максимум, это хорошо. Что у нас здесь? Вот здесь мы вот так ползем. Но почему я не понял, почему я не могу то я же запрыгнул. Не продвигается тварь. Ладно. Блин, и туда не пролази. Вон туда мне, в нору, значит, надо, ага. Хорошо. Просто тут, я думаю, может, где-то ешки лежат. Отлично! Сейчас я подведу кран. Кран. Да. Найдите и пристрелите его. Меня зашло. Тихо, тихо. Где-то здесь, здесь я. Выдвинулся. Все у вас хорошо, ребятки. С вами все в порядке. Давай, сейчас еще и отсюда отстреливаться придется. Буду вот за этими досочками. Пиу-пиу, отстреливаться. Бак. Ух ты. Будьте осмотрительны, капитан! Тихо, где ты? Не вижу. Ой-ой-ой. Еще кто? Ой-ой. Ну-ка, давайте-ка. Так, Гаус, стреляющий разрывными иглами. Перед каждым выстрелом игра некоторое время заряжается энергией.
На. Да тихо вы. Все, наверное. Так, держим. На. Тварь. Я аптечки потратил. Игломет. Может, он и хороший. Но мне пока и автомата хватает. На. Ну как, красиво? Я бы сказал, даже очень. Вот так. Боеприпасы, Валькирия. Ищем цель. Цель не найдена. Продолжаем поиски. Занять позиции впереди. Бля, захлебнулся своей же кровью. Аж до усрачки. Вот такой вот козлина ты. Давай посмотрим. Ага. А сюда мне, значит, не надо было. Значит, мне наоборот сюда сначала надо сходить, взять технологии. Если есть техника, то техники, или как она правильно называется. Ни хрена. Вот так. Не понял. Где ты? Ха. Где ты, тварь? Давай только быстро не появляйся. Ой-ой-ой. Пойдем. Что-то не пойму, почему ты не пролазишь. Так. Какая-то маленькая у меня нестыковочка. Да я знаю. Какая-то нестыковка у меня. Ну-ка еще разок. Вот же нормально протащил. А чё с первого раза не мог? Типа
Куда мне тебя? Вытащить я тебя вытащу. Путь к железной дороге оказался дольше, чем я думала. Ну-ка, давай-ка. Иди сюда. Да. Вот так. Я тебя вытащил. А зачем ты мне нужен тобой? Я где-то что-то упустил. Не знаю. Не понимаю. Подождите. На всякий случай проверю. Что я мог упустить? Куда здесь можно залезть? Обратно вылезти? Зачем? Тут? Да нету ничего. Ладно, может. Может, я что-то не так допонял. Не понял. Ладно. Вот зачем мне поди надо было. А я первый раз и без него неплохо залез. Понятно, вот так вот, давай-ка еще разок. Вот что-то я лоханулся. Да. Так. Вот мы его ставим. Да. А, надо из зоны выйти, чтобы его поймать. Все. Понятно. Ну пойдем. Теперь мы хоть знаем, зачем ты нам нужен. Я первый раз без тебя неплохо залез. Да. Все, на тебя время только потратил. Ладно. Где это падла? Где ты? Блин. Блин, он во времени не подвластен. Как мне тебя? Стой. Блин, вот так вот. Только что был. Где? Где? Вот так. Тварина. Я его должен был убить, да? Другого вариантов не было. Дробовик. А зачем мне дробовик-то?
Ух. Технология. Все, взяли. Что мы тут имеем? Взяли. Практично. Ага. Так, давайте-ка починим и послушаем, что нам скажет. Они прорвались! Убили всех! Ты единого! Прости, Миша! Ты был прав! Нам надо было идти за тобой в порт! Нет! Нет! Идти за тобой в порт. Умная мысля приходит опосля. Ты совсем дебил. Вот так. Да, успокойся ты. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Тихо. Дебилушка. У нас что здесь? Еще одна цистерна, ага, с горючим. Проходим, проходим. Да. Да тихо вы. На. Сейчас-то вы успокоитесь. Господи, как с вами тяжко. Так. Что-то не понял, куда мне идти-то? По следам. А, о, я открыл. Опаньки. Ну давай. Как ты показываешь, так и пойдем. Не будем мудрить. Вперед, вперед, вперед. Не забывайте, кто они там. Мир 12 ошибается. Жаль, что мы слишком поздно поняли, твари слепы. Алексей зря пожертвовал собой. Мы ведь могли тихо прокрасться мимо них, и он был бы жив. Лёша, прости, я подвёл тебя. Я подвёл всех нас. Вот так. В общем, можно без палева тихо проходить. Только я не знаю, вот на этих-то не получится, наверное. Это про каких-то других тварей, которые мне попадутся. Скорее всего, так. Я предполагаю. Ну, и кто же мне встретится сейчас? Лёша, Лёша.
Не останавливайся. Мы уже недалеко. Возвращенцы, двигайтесь медленно. Твари слепы, но реагируют на звук. Вот так. Вот и тот метаморф. Там даже послание было. Как иронично. Не спешить, значит. Хорошо. Никого не трогают. Главное на них не наткнуться. Тихо, тихо. Ой-ой-ой. Не спешите. Так. Господи, сколько их здесь. Твари. Тихо, тихо. Неплохо, да? Блин. Надо было чуть побыстрее. Ну ладно. Все забрал зато. Там эти тараканы, наверное, жужжат, пищат. Ай-яй-яй. Кушай, кушай на здоровье. Молоко коровье. Господи, куда ты меня ведешь? Куда мы идем? Столько дней. Дорога ненужных побед. А, сколько лет? Дорога ненужных побед. Вот здесь подлянка какая-то, по-любому. Тихо, тихо. Нету никого. Полный запас здоровья, блин. Да если бы я знал. Блин, падлы. Вот так. Электричество. Непонятно, ладно. Но я просто боюсь. Вот это электричество. Ага. Убрали. Поставили на место. Это те же слепые твари? Или не те же? Блин.
Ага, да. Больно. Неприятно. Я вас понимаю. Время назад. Поток был. Вот так вот ползешь. Медленно. И верно. Не спеша. Твою ж там мать. Туда нет? Туда нет. Блин, 2-3 таракана вонючих. Чего я вас слышу? Блин. Чё у меня? Винтовка. Да. Ладно. И туда пойдем. Залезем. Мимо, мимо, потихонечку. Спокойно. Не поддаемся панике. Тихо. Первым всегда умирает тот, кто паникует. Так что... Так, давай еще тараканы. Ну, это хорошо, это нам спасибо. Так, прослушаем. Нас осталось совсем мало. Нужно выбираться из этой чертовой канализации к железной дороге. Там мы найдем локомотив и доберемся до порта. К сожалению, мы движемся медленно. У многих ранения. Твари очень сильны и коварны. Вчера в кошмарном сне я снова видел смерть Петра. Надеюсь, это был просто сон. Но кого я обманываю? В глубине души я знаю, что все так и случилось. Прилетело, а? Падла. Вот так. Просто не знаю, чего ожидать. Аптечек нет. На что надеяться, не знаю. Читаем. Найди поезд и отправляйся в порт. Время на исходе. Вот кто это? Я это оставлял в записи или что? Я иду к железной дороге. Встретимся там. Все взять. Берем.
Да ё-моё. Там батарея лежит, точно вижу. Еще раз попробуем. Может, какой-то глюк. Вот так. Стряхнули ее просто. Так. Пройдем. Неплохо. Вот так. С усовершенствованием тела. Медленный терапевт лечит максимальный запас аптечек. Это хорошо. Перед носом гуляем. Второй здесь лежит, мертвым притворяется. Вот так. Неплохо восстановился. Сейчас главное паники не поднимать. Я поди к этой штуке подходить не буду. Кого у меня там? На 1000 всего лишь. Даже в магазине на 1000 ничего не купишь. Осторожно, солдаты Демичева ищут нас повсюду. Так. А там что-то есть. А подождите. Думаю. Итак, мне усовершенствовали какую-то штуку. Смотрите, значок более крутой такой появился. Лампы более модные. Возвращение во времени. Быстро нажмите Q два раза, чтобы превратить солдата в возвращенца. Ух ты! Еще разок. Ну-ка, давайте-ка сюда сходим. Я просто хочу узнать кое-что. Неплохо, да? Из рук выдернул, можно сказать. Вот зачем сюда надо было идти. Ого-го-го. Ну ладно. Так, эту штуку мы усовершенствовали. Ну, думаю, ешки копить не стоит. То есть стоит, но надо поднакопить. Е99. Давайте, пока я иду, вы можете подписаться на мой канал, поставить лайки. Дебил.
Помогите, я под обстрелом. Где ты под обстрелом? Давай я помогу тебе. Куда он делся? Падла. На. Падла. Проклятие. Тут полно солдат Демичева. Осторожнее, Рэнка. Найдите его и убейте. Найти и уничтожить. А чё это ты сразу ко мне-то прибежал? Падла. Сразу ко мне бежит. Максимум боеприпасов. Такой козел. Нашелся. Да по-любому вы там. Не надо мне тут петь военных песен. Давай, берем, я... Ну. А кто его прикрывал? Где тот лошара? Да. Найди, я полностью с вами согласен. А как ты там-то оказался? Тихо. Кто еще? Блин. Берем аптечку. Я думал, здесь открыто. Еще хотел сюда ломиться. Где вы? Надо сваливать отсюда! Стреляй! Садите и пристрелите его! Да. Огонь! Подвигаемся! Мы в ловушке! Стреляй! Стреляй! Двигаемся дальше! Тихо! Найдите и пристрелите его! Да, сейчас найду! Нашел и пристрелил. Не расстраивайся ты так. Так, а что тут можно? Ничего нельзя сделать. Нет, ничего нельзя сделать. Блин, а так хотелось что-нибудь напакостить. Подвигаемся! Тихо, тихо, тихо. Помогите, я под обстрелом. Идем следом. Да откуда? Помогите, я под обстрелом. Кто их видит? Вот он. Да. Все, он там всех перебил. Вот так. Помогу, подожди, где ты?
Я вижу его. Куда он делся? Наверху. Если ты внизу. На, стрельнул. Сам просил. И не надо говорить, что оправдание. Я это не тебе. Максимум аптечек. Это хорошо. Что у нас? Блин, так высоко подниматься. Пошел, пошел! Опа. Граната! Найдите его и убейте! Давай! На. Ищите вокруг! Я попал! Огонь! Вот так. Никто такого не ожидал. А я мог. Сейчас сюда сходим. Блин. Быстрее вперед! Я под обстрелом. Так, чтобы не быть под обстрелом, не лезьте сюда просто и все. И вы не будете под обстрелом. Расходимся, расходимся. Здесь нет ничего интересного. Меня заметил отряд, но я от них ускользнула. Молодец. Какая же ты молодец. Еще разок. Прекрасно. Кажется, я что-то слышал. Они рядом. Ну-ка проверим. Но. Подожди-ка. Че, подожди-ка? Ты прям спец такой. Я прошел все тут. На пути к рельсам стоит часовой. Снимешь его отсюда. Конечно, без проблем. Найдите и пристрелите его. Огонь! Идем вперед! Все. Так сойдет. Круче. Она тебе пригодится. Так у меня вроде все есть. Не жалуюсь, спасибо. О. Так. Автоматическая малокалиберная пушка с боезапасом в 100 снарядов. Обладать превосходной скорострельностью. Хороша для затяжных боев. Прекрасно. Я смогу пролезть в вентиляцию. Подсади меня. Давай. Спасибо. А я здесь останусь, как всегда. Кажется, я могу открыть ее с той стороны. Превосходно. Давненько здесь никого не было. Ну, вот мы. Я кое-что увидела. Что? Подожди, маленечко. Я осмотрюсь. Это пульт управления. Проверим, работает ли. Не работает. Не наверх. Что-то блокирует. Попробуешь ее открыть? Конечно. Будь проклят, Демичев, с его опытами. Нас осталось лишь трое. Почти не осталось пищи и боеприпасов. Невольно восхищаюсь этими тварями. Настоящие машины для убийства. Подумать только, чего мог бы добиться СССР, если бы опыты проводились под должным контролем? Запад лежал бы у наших ног. Да, полностью с тобой согласен. Оружие для затяжных боев. Кажется, что-то блокирует дверь с той стороны. Вот и посмотрим. Итак,
взять, может, что-то здесь. У тебя есть идеи, чем открыть эту дверь? Подожди. Усовершенствовать. Ну давай усовершенствуем. Быстро увеличенный урон. А сколько стоит это? А, оружейная технология здесь. Емкость магазина. И увеличенный. Ага. Ага. Все, не подходит. Так, назад. От автомата у нас что? Е усовершенствовать. Быстрая перезарядка. Остальное есть. Ну, назад. Пока ничего не надо. Ренка, нашел что-нибудь? Да нет. Давай посмотрим, что может блокировать дверь с той стороны. Так, это где? Вот здесь вот надо смотреть. Не понял. Че, разве не сюда? А за каким хреном ты сюда пришел? А, вот. Чудесно, Ренка, получилось. Смотри, Рейс, нам нужно попасть к локомотиву. Пойдем в дом Рейс и... Ренка, береги! Так, подожди. Снес бошку его все-таки. Хороший выстрел. Пойдите и пристрелите его. Давай, где еще? Тихо. Кончились боеприпасы. Где у меня тут пулемет мой был? Тихо. Граната! Привет, в яблочко! Это был последний. Спускайся давай. Спускайся. Хорошо тебе говорить. А где у меня тут автомат-то был мой? Пулемет. Ну, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Увидимся в следующей серии. Пока.